полукругом. Третья пати слева стоит, четвертая справа. Чингай Шокотана слева, Ацесса Скибиди справа, Войд по центру стоит. Появляется огонь, мгновенно выбегаете. Если получили много стаков, просто отбегите подальше, вот сюда, к конусу, подальше. И следите за боссом, он видно, как летит огонь. Летит вас, просто отбежали. Это кто много стаков набрал. Будете умирать от огня, будете получать минус. Появляется на вас гоблин, мгновенно занесли гоблина под пузо. Вот здесь милики, допустим, бьют босса, занесли прямо под пузо, чтобы милики могли кливать. Занесли. Также можете под боссом кастить, на 6 секунде стопаете каст, если это кастеры. Дальше, выходят два других босса. Сейчас будут метки расставлены. Блин, Андрюха, дал помощника, расставь метки, пожалуйста. То у меня... Ой, и лидера отдал нечаянно. Ну, будь ты лидером, расставь метки. Помощника мне дай. Вот, расставили вам метки. РДшники, вокруг Луны рассредоточьтесь. Близко сильно к трусам не подходите. Это не значит, что вы все в Луну походите. Просто набрали рыжу. Кто-то ближе, кто-то дальше. В идеале 10 метров плюс-минус облетаете рыжу. Вокруг Луны. И бьете. Милики все становятся так, чтобы отлетали в Луну жопой. Тоже одна часть бьет слева, другая справа. Также. Будет кидаться дебаф. Если кидается на миликов, милики продолжают бить босса. Если кидается на РДДшников, если вы далеко от Луны, подбежали в Луну, вас подбежит, танк разморозит. Дальше, самое важное. Боссы закапываются. Все РДДшники сразу набирают ренжу 10 метров. Милики, первая пати бьет босса слева, вторая пати всегда бьет справа. Бухой мастер, ты тоже справа бьешь, если что. Ты к миликам относишься, ко второй пати. Должны все соблюдать ренжу. Также будет лететь харчок, должен быть нажат массакра, отчингает тебя по команде. И бабл, точнее. И подаван на всякий случай нажмешь еще айсбаум. Также с Ацуной нажмешь мастера урна огонь. Все должны будут разбежаться, на кого кинется дебаф, либо выбегает из рейда, если не может снять. Если может снять, снимает. Дальше. Появляется ледяной рев. Мы все бежим на какую-то сторону. Будет зависеть от того, как будут разлиты лужи. Либо это будет в сторону трусов, вот трусы стоят вон, меточка, либо будет ромбик. Это будет зависеть от того, как будет разлита лужа. Все подходите ближе к боссу, чтобы на вас фридом доставал. Когда сказали подбежать под лицо, все подбежали под лицо и стали все прям в ромб, либо в трусы. Тоже будет озвучено, куда забежать. В этот момент должны быть все питомцы убраты и убираются все тотемы, потому что босс часто врезается либо в питомцев, либо в тотемов. Он прыгает в центр, откидывает всех, все должны будут разбежаться. Вот. Сейчас подбежал, допустим, сюда. Босс разгоняется в кого-то. Право-влево. Никогда не бежите вот так, вперед. Вот, убегаете строго либо так, либо так. Сразу минус 2,5, кто будет ловить босса. Это самое сложное на этом боссе. Мы его... Он так делает 4 врезания. За 4 врезания убиваем, босс умирает. Все. Это вся тактика на босса. Сейчас ставлю рыбу. Суманите, пожалуйста. Да, да. Суманите чупу и будем начинать. Так. Топ-хайп закинь на бойчика МК, я на бавку закину. Ну, бойчик, наверное, на меня закинет. Все пьете фаски, все мажетесь маслом. Здесь ДПС нужен. А рыба была? Кислотную у нас танчит подаван, огненную танчит уфолог. Подаван истерию отдашь на никотина, когда дадут Геру. Не, на Владюху отдашь лучше. А чупа с никотином обменяетесь на пулами. Вообще на пул никотин даю, да? Лапку забафайте, ставлю рыбу. Будем начинать. Кушайте все рыбу. Рыбку уже пустая. Также на пулы сейчас подавана закидывайте. На пулами обменяетесь только на второй фазе. Когда выйдут кислотные с огненной, чтобы максимальное количество урона было. Никотин в чупу, чупа в никотина, истерия в Вадюху, и Вадюха на пол подавана с ренессансом.
И все, и нормально будет. Потому что на пол с истерией вместе не работают. Так, что там? На реве, да, давать аспект обязательно. Смотрите с питомцами, опять же, напомнил. Все, занимайте все свои места. Мелики пока что в центр не подходите, потому что часто огонь залетает в центр. Также тотемы уберите пока что с центра. Тоже иногда бывает огонь. Улетает готовность. Если все готовы, я запускаю босс. Чего не хватает, Макс? А, по СС-ам. СС, бафка Ацесса, Чернобыль, Чингаю, Притона, Шокотана. Здорово, всем. Привет. Здорово. Сайс, это ты? Это Саня. Маша, это Санечек. Это я. Санька, здорово. Сейчас пока. Я еще раз и прохожу. У меня вопрос. Там запросы ВК вы срезали, типа, блядь, за лут? Да. Да? Я всех снял. Все. А как так, блядь, против? Получается, что... Ладно, потом. Еще вопрос. Давайте быстрее вопросы. Давайте просто начинать. Всех замутит у нас РЛ. И все молчат. Подождите. Дома я роты, либо на ДД фласки. Все ДДшные фласки пьют, кроме танков и хилов. Все ДДшные остальные люди пьют. Все. Готовность еще раз. Если все готовы, запускаю. Рейбу. Что не хватает? Я все не положил. Все. Добро пожаловать, герои. Рассредоточились, так как сказал, не забывайте держать ранжу, на... когда змеи закопаются. С центра отойдите все прям. Также Ренессанс не ставь в трапы на ледяном реве. У нас в прошлый раз в трапу врезался. Также, ребят, у нас ДПСа будет достаточно много, я в этом уверен. На первого босса вообще просто можете не отдавать. Ну, кто уверен, что откатится бурст, там, двухминутный, можете отдавать, но если не уверены, что откатится, лучше не отдавайте. Все бурсты по максимуму зашли в кислотные. Только когда босса поставят, тогда мелики вырываетесь, рано бежишь. Там. Не спеши. Вот, огонь прилетел. Можете бить. Вот под меликами огонь, видите, что спешите? Смотрите аккуратно, мелики. Занесли гоблина, Чингая прохил. Топхайпа тоже прохил. Топхайпа прохильте, Майлика. Сотрясающий топ скоро будет, кто если РДДшник. Все, уже убили. Быстро, достаточно. Забирай. Ашокатана прохильте, Чернобыля. И Паш спереди. Женя, с тебя тотем от сил природы. С тебя, Паша, спирит кастерский тотем. На червях. Гоблина занесли. На шнурках. Андрюха, себе лут оставь, потому что мне неудобно. Чернобыль, можешь кастовать пока. Стопай каст, Чернобыль. Сейчас стопать будет. Все, можешь 5 кастовать. Бол полуфолу можете уже, да. Майлик бол полуфологу. Сацуне по... Я додержу, я додержу. Да, потом. Сацуне по подаванию закинь. Кстати, я тут подумал, что на морозе можно же еще тоже бобы раздавать самым дохлым. Что-то мы об этом не подумали. Все. Все, РДшники набрали ранжу, у вас вокруг луны рассредоточились. Кто очень быстрый, может немножко в сторону отойти. Там блинки у кого есть и так далее. В сторону трусов сильно близко не подходите. Играйте пока по жуткой.
Играем по кислотной, дали Геру. Максимальный бурст. Все, все отдали свое. Меликов. Меликов, кастуй гимн на ХП, Войд. Хорошо. Его разморозил, того разморозил, а потом разморозит остальных. Есть Меликов. Опять на Меликов. Масса сокру, нажми Чингай. Бабл. Масса сокру. Танк заморожен. Так, будем всем... Доигрываем по кислотной. Веди ее в сторону огненной. Миличники, идите уже огненную бейте. РДшники набрали ренджу. Ваня Рейбл. Дай БР по Владюхе. Только не вставай, Владюха, пока что. Ренджу, ренджу набрали. Когда вставать, скажете? И, скибиди, прожми бабл. Вставай. Встал. Ашо Катана дай по буховому мастеру. Чернобыль, отбеги немножко в сторону. Дамажишь человека. Женя тоже... Не, нормально, все. Вы друг друга дамажите, кстати. Бегите чуть. Женя заблизко подбежал внутрь. Еще раз отбежали. Сейчас еще один харчок будет. Набрали ренджу. Милики. Все, нормально. Подаван, веди в сторону ворот сейчас. Почти альянс. Под лицом никто не стоит. Она дышит конусом, если что. Будем отлетать в щит Орды. Сзади милики не бьете, бьете, ребафните рогу, ребафните ДКшника. Сзади никто не бьет, бьют, бьют все спину. Ой, сбоку. Прохильте под Ивана. Все, добиваем этого босса. Андрюха, уже можешь, в принципе, вести в щит Орды? Нормально, мы добьем. Все сразу перемещаются к щиту Орды. Побежали все к рамбу. Можете пока не бить, бегите все к рамбу. Смотрите, встаньте так под лицо, чтобы отлетали в стенку. Кайзалей Мани, скиби, пожалуйста. Я в КД, пусть сова закинет. Рейбл, закинь по скибиди. Скибиди. Зайдите в ромб, пожалуйста, в ромб. Сейчас все в ромб закинули. Все в ромб зашли. Убрали все тотемы, все. Готовьтесь разбегаться. Право-лево. Кого вырезается, минус 2,5, сразу говорил. Молодцы. Дайте еще одну Геру попавшим. Только выходит стана, сразу пиздуйте в ром, нахуй. Побежали все в ром. Приготовились. Также смотрите, магии копии не езжайте, иногда в копии врезается. Void Spirit. Почти все вправо там убегают, там пару человек влево. Молодцы. Эй, кого? Кого это было? Я вот не понимаю, что непонятно, собраться в ромб. Пробегите в ромб уже, в ромб, встали. Все спокойно пока. Ничего страшного. Одна ошибка такая может быть. В принципе, с нашим ДПСом. Одна в идеале. Так, сейчас кто не разбегается, если замечено будет. Бухой мастер. Право-лево разбежались. Двух стаи и побежали. От Цеса сейчас точно. Минус 2,5. Красавчик вообще. Спокойно. Следующее врезание, и мы вайпаемся, если что. Хотя есть вероятность, что мы уже его не убьем. В ром зашли? Все в ром. Разбегитесь, пожалуйста. Что в этом сложного? Мага определенно. Убегайте все вправо, все вправо.
Женёк. Кашка. Блять. Ну, минус 2,5. Блять, вы просто каль. Я по-другому не скажу. Пиздец просто. Что непонятно было, просто я стоял чуть левее всех. Падайте. Так, я сейчас начислю минуса. Это... Женёк минус 2,5. Ацесса минус 2,5. Кто третий был? Видели кто-нибудь? Мне кажется, там врезался в тотемы, но я хуй знает, у меня тотемы. Ну, по Вуду ни у кого, типа, хпшки не срезалось, он просто покраснел. Ну, я тоже следил, за хп, ни у кого хп не срезалось. Ну, наверное, тотемы что-то такое было, ладно. Там, ладно, наверное, видос снимается, потом пересмотреть и снять, нахуй, в общем. Да там хуй разберёшь. Так, ставлю. Ну, я по хп слежу, если хп ни у кого не отнимается, то сложно отследить этого человека. То же самое, ребята. В принципе, по хпсу у нас хватает. Надо, наверное, одного человека спекнуть все-таки в бдшник. Да, по дпс тоже того, все надо. Ну, будет больше, будет чуть проще. Че, давай вой, дай, бай. Давай ДС, если нужен. Давай ДС спекнем в шп. Да, может спокойно, он и хилить будет в пати. Он хотя бы будет хилить для пати у нас и мне хило будет хилить. Они там без ДС захилят, блядь, щиты просто так расходятся. Ну давай, прыгай. Сейчас разведём. Войт счастлив. Не придумайте велосипед, Войт 3 миллиона нахилил, ну, заабсорбил. Вы чё? Это с первой фазы абсорб, когда он топает, я миликов только абсорблю, считай, они их спокойно буйным ростом одним и одной цепухой прохилят. И ты 3 ляма эти их не будут. Знаю, короче, как вы, да я тут по 5 миллионов абсорблю, нахуй. Все 4 первых босса, нахуй. Да там в луже забегают челики. Нахуй, я вот это спекаю. Ну, попробуем трай, если будет хуёво, типа, обратно спек. Тихо. Притон, зайдёшь, ещё кушайте рыбу. Не, хуёво не должно быть. Хуёво страдает. Не, Войт, блядь, ну тут реально ты хуя чё-то на абсорбил. Давай, оставайся. Катя, ты прыгай. Катайся. Будет нормально. Все, давай, прыгай, Катя, катай, погнали. Давайте, если больше урона попробуем, блядь. Будет проще. Не, прыгай в этого. Давай. ДСшник. Так, раскиньте МКшки. Ну да, ты хотел. Зря качал. Давай так, тогда сейчас рыбу. 4 хила, блядь, расставим, блядь, это квадратом, чтобы, блядь, хили доставало до всех. Потому что я стою сзади босс, получается, от ворот. Пусть хапало сторону, блядь, не знаю. Чингай, стой ближе к боссу слева, ближе к выходу босса, стой слева, Войт, стой к выходу ближе к из инста. Я всех достаю, Ацесса, стой, я ближе. Ацесса, стой тоже так же напротив, с правой стороны от босса. К выходу босса, Женя, стой ближе к выходу с правой стороны, все. Так, все, соберитесь, блин. У нас всего хватает очень много урона, чтобы это убить. Единственный момент... Выпрыгите. Вот и все. Да, сейчас, возможно, так. Будет дисконт. Что такое? Критическая ошибка в подземельях опять. Вчера такого дисковала. Надо пробовать. Давай, Вадюха, Катька. Да, тут. Все то же самое делаем. Запустил босса. Все было сейчас неплохо, кроме момента с врезаниями. 3 врезания — это вообще не серьезно. Было бы 2 хотя бы, мы бы, может, убили. С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Если откатились ассессы, так же закастуйте. Варчики, Галина, стакай тоже раскол, пожалуйста, шнурки, которые. Потому что вар сам очень мало, ну, много тратит. Хорошо, по БРам я вижу. Я по ССам говорю. Все, милики, можете идти бить.
притона прохильте. Если много стаков на удава, беги назад. Притон на 5. Ренессанс. А, ты там не красишь. Забирай. Притона прохильте. Блять. Андрюха, как понайдется, начнется фаза весь. Ну, гривом стали хилом, блядь, тогда доставали, сейчас, блин, достаю нахуй. Ничего страшного. Ренессанса прохильте. Боб полфолога может, да. Вадим, закидывай Боб полфологу. Потом Санька закинешь по подавану. Подавана прохильте. На нем, походу. Нет, не на нем. А, на магии. Занес. На магии определенно. Притон ребафните полностью ребаф. По локу. Войд закастуешь потом гимн на ману, когда. Забьем босса. Все, рассредоточились вокруг Луны. Боб будет, не? По подавану. Боб по подавану. Угу, все, все, все. Беги. На позицию. Играйте пока по жуткой. Андрюх, чуть ее подержи еще. Сыграли по кислотной, дали Геру. Все. Максимальный бурст. Блять, кто, ребят? Жутко уже не играть, все по кислотной. Че, звезда, пап? Чингай, жми. Бабл масса сокру. Так. Ваня Рейбл. Ашокатана ресай. Ашокатана реснет хики. И сразу ребах их двоих. Ребафайте. Играйте пока по огненной. Подаван, веди на в сторону жуткой. Веди в сторону жуткой. Милики. Все, останови ее на месте. Милики, можете идти огненную бить. РДшники уже ранжу держите. Разбежались. Айсбаунд. Там кто снять может. Да. Хорошо. Все. БР есть? Нет пока. Смотрите, лужа, там еще РДДшники в центре очень много стоите. Вот по три человека рядом. Ясно. Пойдите. Первый харчок был. Ну. 64%. Ладно, давай попробуем. Маэлик, на тебя дебаф. Ледяного уже, если что, будем бить по щитам морды точно. Подбежали к ледяному рёму. РДшники добили, милики тоже некоторые, помогите. Хики попрохильте. Есть? Достаешь, Саня? Не достаешь. Все, падаешь. Ой, блядь.
у меня в таргете была кислотная, ой, жуткая, поэтому не потому был, ну, салют дал. Фридом, нет, ничего. Короче, давайте кать обратно в хила и не будем его сливать. Идем, шли нормально. Давай, сюда. Давай. Давай, попробуйте, я не знаю, притон рисанули, отхилить его никто стоит, парень умирает. Пойдите все. Да дело не в хиле, не в этом, сейчас не из-за этого. Притона не было хила секунд 6, и он нас так умер. Я говорю, потому что он сейджер устраивает. Я сказал, что до него куда ни пойди, нигде до него не достать. Поэтому, блядь, вам надо сосать на месте и хилить свой полушарик, хилить для фиш. Все, давайте, супали, встали, пошли дальше бить, ничего страшного, ничего произошло, пошли. В миле сдохли, ни одного хила не прилетело. Чингай, смотри, если залетает, чтоб я тебе не анонсил, если залетает милишников, нажимаешь бабл, сразу масса кру. Если в милишников залетает, когда вылазит, когда два червя, только вылезли они. Кислотный дебаф. Если не залетает миликов, не нажимаешь, оставишь масса круз баблом на огненный дебаф. Хорошо? Окей. Все, чтоб я это не анонсил. Ну буду стараться анонсить, просто ты тоже был в курсе. У меня личное обращение к игрокам, тем, которые шарят именно милика, нахуй. Пейте Сацуна. Отходите там заранее, пожалуйста. Я заранее когда... отошел, там 5 миликов все равно стоит и бьют. Меня это не спасет. Никотин, ты ж вроде бы тоже, блядь, скидовый нахуй, ну, включай мозги, отходи. Так, Void Spirit. Что? Незыбку, Влад, отдавай, если что, не под кислотный дебаф, а на огненный всегда оставляй. Окей? Вот, бля, извини, опять. Вадим, хорошо. Тысяча извинений. Виноват. Я запомню, честно. Также, чтобы вас больше сейчас стимулировать, милику и РДДшнику по 500 ЕП дам в кислотный, если босса убьем. Максим, кто урон в кислотный нанесет? Больше. Нечестно. Ладно. Почему нечестно? Одному милику, одному РДДшнику. Все честно. Чернобыль, я вот жму и перебить не могу чужой дебаф, чтобы ты понимал. Это же слабый особенный. Скибиди. Всем привет. Привет вам. Войд Спирит. Собирай. Рейбола прокиньте. Войд можешь кастить. Топка. Цесса прокиньте. Еще раз, пока все нормально, ребята, не бегите вперед, пожалуйста, на ледяном реве, и врезаться нереально. Почти что. Забей. На уфолога мой лик закидывай бог. Санька тоже да. Заранее на подаван закинешь, когда то он будет, когда босс будет. Снобольда, добейте со Снобольдом, кто со Снобольдом, бегите прямо под ворота со Снобольдом. На ком Снобольд? Милики по пути бейте. Ну не только милики. Войд можешь гимн на ману закастовать. Да фулл ману, его смысленно откастовать.
Уже тотем поставили. Не, был паладинов, не вся мана была. Были. Музыки. Гера. Хорошо. Все, бустим. Кислотная почему-то на уфологе меня показывает. Ладно, может дебаговать. РДД. Полетело на РДДшник. Все, хорошо. Ничего не прожимайте, просто прохиливайте. РДДшники все под... Катька, подбеги в луну. Кать, сейчас замерзнешь. Вот. Беги уже в луну, потом на следующий тик тебя разморозит. Пока будешь, значит, заморожен. РДД. Нормально, РДшники сместились в луну. Прохиливайте. Вадим, веди сейчас на босса кислотную, прям в него веди, у нас хватит урона добить. Все, добиваем, все добиваем, потом сразу же РНЖ держите. Надо было прям в босса вести. Все, РДшники набрали РНЖ, милики, тоже разбегитесь пока. Все набрали РНЖ, по краешку разбежались. Вот сейчас будет харчок, да, полетел, да. Харчок. На мага, на меня, маг, ват, прожми глыбу. Все, сейчас бейте. Первая пати справа, вторая слева. Ой, наоборот, первая слева, вторая справа. Возможно, будет еще один харчок. Полетел. Массакрам, бабл и айсбаун. Хорошо. Коша, ты хуйню снимаешь? Можешь снять, снимаете. Нет. Веди в сторону ворот. Да, снимай, снимает кошка. Чупа, на тебя добав, Чупа, на тебя добав. А че тут две танки? Хоть один. На Андрея. Все, здесь и бьем, нормально, кто нахуй. Здесь урона хватает, добьем здесь и побежим почти итальянца. Будем сейчас бить в трусах, если что. Подаван, можешь бежать к трусам и уже ловить босса. Смотри, сейчас бавка умрешь. Все, все под трусы побежали сразу же. Так, чуть потом бы вернем. Тихо. Иннер поводит спириту, закинь рейбу. Все в трусы стали. Подавана прохильте на фул. Подавана поднимите. Стали все в трусы. Андрей, потом сбегаешь, чупу поднимешь после прыжка. Блять, ну. Мага, разбегитесь, главное. Так. Блять, ну петов убирайте. Что непонятно, убрать петов. Не в этом проблема, потом. Подними Чернобыля, Катя. Это и демон, сразу его ребаф. Демон лок, если можешь, просто сними Т4 в тупую. Все, я понял. Потом, хорошо. Сними кусок Т4 себе. Нельзя в бою. Встали в трусы. Разбегитесь. А что Катана бежит? Да так, ладно, Андрюха, нормально. Спокой, подними чуб, тихо, спокойно. Хоть какой-то урон будет. Бегите с нам, чупа, на спринтах сразу к нам. И ребафните чупу. На следующее врезание дадим Геру попавшим. Уже забежали все в трусы. Забежали к трусам. Ренессанс, демоны, бля, там стоят опять эти. Надеюсь, у них не врежется. Нормально. Все, дали Геру попавшим. Только обязательно их ребаф, чтобы был. Так, это второе или третье врезание? Третье. Еще одно есть врезание. Так, с паладины сейчас не тратьте всякие крылья там. Оставите крылья на четвертое врезание. Ой, бабл, точнее. Нужно будет, чтобы фридомом Саня обязательно снял. Встали в трусы.
хайп. Все почти вправо, там один человек. Ацесса, блядь, не умри, пожалуйста. Солух. Какой? Рейбл? Рейбл, да. Блядь, ну что сложного в том, чтобы убежать? Подожди, меня он даже не дотронулся. Ты побежал в сторону паладина. Потом, тише. Бабл, готов, Саня? Жми бабл. И главное, сними эту хуйню. Когда он будет дышать. Вот это. Хорошо. Да нет, ты чё? Глыбу прожмите, тихо, спокойно, глыбу. А. Он сквозь глыбу убивает. Давай разбежимся. Так, убирайте своих бедов. Убирайте всех. Если есть 109, бей в 109. Это просто Дима. Так, Вань, иди на замену, сайт. Вань, иди на замену, сайт пришел. Выйди пока с места. Сайса сюда. А мы хиба на этой неделе не ходили, не? Могу нанять, могу. А, это обычка. Ставьте. Почему ты стрельки на туре бьет, типа. Любого так. Другого, лишь бы не звать альтернативных. Да, сейчас будет. Но у него 940, я ему сейчас все минусы, ну и все. Минус не идет у нас. Все. Это не казино. Поднимите Андрюху. Сейчас. Миша, ты тоже вагон. А чего Миша сдох? Миша тоже можно не называть, в принципе. Чего он сдох? Все, минус 1000. Минус 1000, значит. Пиздец, блядь. Ну что ж ты хотел? Ну ты что хотел? Все, ешьте рыбу. Добери вам Романа, что пусть пултает. Да, сейчас. А у него не этот персонаж привязан. Рома, зайди на паладина, спать его. Нет. Я еще не привязывал. Я не про это, чтобы ты ЕП лутал. Ладно, уберу Романовича. Потом перекину на твоего основного персонажа. Можно персов объединить. Суммоните. Да, не знаю, но этим заниматься надо. Я еще не успел этим всем заняться. Попрошу Андрюху, потом вместе с ним займемся, подписываем. Я если что, вернулся. Там пристабал всю хуйню или что надо. Сейчас умру. Да, пристабафа нет. Квара суманут. Сайс, спучка. О, все, он здесь. Зребафните повару полностью. По ССам закастуйте все то же самое, если откатились на хилов. И все то же самое. Стас, ты бьешь слева, если что. Первый ага. Босс огнем в тотемы плюет. Ой, у вас тут КД какое-то. Бывает. Это попытки. Он во все плюет. Тут все настолько багано, что просто жесть. Даня, убери их 1-4, чтобы этих бесов не было тоже. На этом боссе чисто все. Короче, пятая группа, луна, блядь. Четвертая группа, РДшники, блядь, звезда. Это вторая фаза, короче, нам без мила. И третья группа, блядь, череп. Раз вы, блядь, не можете адекватно. Становитесь, блядь, зеленый, бежите в турсына. Тотем или зону не ставить. Я проспал? Ты кто? Ты кто? Ты в дикий? Плохо. Ну заходи, тоже. Хотя бы могу ему уступить место. Тихо. Иду. Тихо пока. Все, спокойно. Ты проспал, да. Сам проебался. Огонь в мини-зоне, смотрите аккуратно. Там рядом возле мини-зоны. Волк горит, волк сейчас сгорит. Видели волка. Почти сгорел. Все наблюдали, как волк умер нахуй. Я видел, да. Босс Эршам. Жень.
Ацесса прохил, а Шокотана. Хорошо. Ренессанса прохильте. Чингая. Поднимите. Долго не получает хила. Хорошо. Гоблина занесли. На уфологи. Сбили. Притона прохильте. Вообще, вообще все свечуются, если что. И кто может станить, постанивает. Катя, убегай, хорошо. Ждать. Вадим, закидывай боб. А маги. Да, бегу, бегу. Что-то долго с меня снобль впадает. Четвертая пати звезда, третья череп. Прям все станьте пометкой. Играем по жуткой пока что. Дали Геру. Гагрос рвало. Давай БР. Катя, давай БР. Минута, когда еще? Лежи. Ну пока держу, лежим тогда. Галя, лежим. Велико. Просто не спеши сразу врываться. Фадавана вообще отлично залетела. Стан. Ты не разморозил меня. Я не в ничего, ничего, разморозим потом. Глупый, ты просто стоишь вот там, блядь, я не понимаю. Массакра, тихо. Ну, просто по-своему каждый бьет. Ну, сейчас. Оу, плохо все. Добиваем босса. Нажми массакру. Чингай, если есть. Скибите, прохильте на фул. Набрали ранжу уже. Женя, встанешь, ничего. Рейбахните Женю, ранжу набрали уже. Все. Сейчас харчок будет и потом. Харчок сейчас идет. Разбежались. Вот, после откидки летит харчок. Ранжу держите. Бафка, Женька. Женька, бафка, набрали ранжу. Все, бьем босс. Но также рейндж держите, может быть второй еще харчок. Через 10 секунд. Все нормально. Так, где она вылазит? Под щитом орды. Давай под щитом орды ее и бить. Ближе туда. Подаван держи. Андрюха в коте. Шнурки ребафните. Смотрите, под лицом не стойте. Будем бить опять под щитом альянса ледяного. Ужас, сразу. Смотрите, вы уже не сгорите. Под лицом тоже никто не стоит, ребят. Сзади тоже не бьете. Под буфолога поднимите. Куда ты повел? Не в эту сторону, это щит орды. Ладно, будем под щитом орды. Все, оставайся там. Милики в лужу. Подбежали под щит орды. Все в ром бегут. Прохильте всех. И в ромб встали. Да сходите сразу в ромб все, блядь, ёбаный в рот, чего такие долгие, нахуй. Хрен, вы дупаете. Набойчика. Аспект. Разбежались, аспект включить. Хорошо. Дали Геру для павших. Андрей, подними бухого мастера, сбегай, под аван возьмешь этого босса.
Я на полу в никотина буду ебашиться. Да, да. Сбежались в луну. Уже. Уже сошлись, блядь. Ром. Извиняюсь, Ром, не луна, сорян. Вы понимаете, то, что вы бежите, это может, блядь, помешать кому-то другому отбежать. Просто все паком стойте, все, чтобы проще было другим. На Кате. Разбежались. Хорошо. В ромб уже встали. В ромб постройте сейчас отбросы. Ренессанс бежит. Разбежались. Молодцы. Если чудом не заделал. Ребята, лучше эту хуйню все убирайте, потому что, видите, сами багается, летит в кого угодно. Разбегаемся, сейчас убиваем босса. Кибиди бежит. Право-лево, разбежались. Паводины бабы готовьте. Хорошо. Андрей, поставь мастер вутера. Санька, бабу жми. Главное, сними. Арктическое дыхание. Можем и не убить. Разбегитесь, нормально. Нормально, разбегитесь. Сайз под аван живы. Там дотки еще есть, да тикает. Не туда бегут. Блять, ну душа. Че за бред, блять? Вы че с вами видите, блять? Я в ахуе. Тихо. Кого врезалось в конце? В медведя. Какого нахуй медведя? Ты че, прикалываешься? Там Сайз и кто-то еще там был. Смотрите. Я там партиком торкнулся. Я вообще, блядь, за 20 метров от него был, нахуй. Он там кого-то вас въебался. Так, спокойно. Ну, че вы срётесь? Спокойно, все. Встали, погнали дальше. Получается, ДПС не хватает. Ну, я же тебе про это говорю, что лучше бить поэтому в 4 хила. Чтоб ДПС был. Сейчас один мертвый еще был. Просто бы я не потратил. Ну что там, настало время, ну, шипа. Да. ШП. Нет, ШП нет, точно. Давай, Кать, Катя, ты все-таки. Катай все. Просто точно если меня. Все проходит. А может это вы все-таки заберете одного хэпала, заберете в рейд? Да, может одного хэпала, потому что чем тогда 4-2 хэпала не было. Стоп, блин! А у них вы спросили, есть пеки ДД? С этого начнем. Чингай, есть пек ДД? Нет. Вот Цесса, потому что точно нет. Вот, видели? Все, так что прыгай, Катя. Вон, ну, смотри, ДПС у вас маленькие все. Кушайте рыбу. Я бы спекнул бы, конечно же, хэпао. У него же, у них нет спека, да. Все, давайте, ребята, собрались. Убили. Все было сейчас прям почти что хорошо. Немножко не хватило по урону. Чуть-чуть, самую малость. Войд даст больше, чем Катя, но Войд очень много делает, он дает. Ну да, Катя, если что, потом так сделаем. Этот, все, готовность? Джиса поставил, кто там может? Где Джиса? Саня. А... Да, 5-7. Я этого коня нашего он добрал, чтобы он там сидел на земле. Спасибо за Джис. А, то есть у нас появился еще этот... Доберите, поменяйте это. Так, сделаем.
Сделаем другого, по-другому. По-другому. Чингай, у тебя все равно нету пока что ИП. Выйди. А, нет, у тебя есть зато массакра. Цесса, выйди пока на замену на этого босса. Троян Хаус, зайди. Ну, чтобы бухгалтер поменял бы. Катя, Катя. Бухгалтер Мань ДПС. Цесса, не уходи далеко, просто выбеги с инста на этого босса. Сейчас мы этого босса убьем и придешь обратно. Вон, из инста выбеги просто. Катя, прыгай обратно в хила. Быстрее ставьте шкаф. Шкаф поставьте, засумоньте Троян Хорса, или как там, вагона нашего одного. И будем начинать. Поставьте-то вот снова рыбу, пожалуйста, мне надо переесть. Да? Конечно, Катя, не парься ничего. Все, ешь. Потом таблеточку. Нет. Просто ДЦшник очень полезен, он еще ПС-ку закидывает, по магу, либо по локу увеличивает этим ДПС очень сильно. Поэтому ДЦшника лучше оставить. Он по тебя закидывает? По мне нет. По бафке закидывает или по бойчику. Угу. А кто из них больше должен? Ой, клинкани в кислотную, кто больше бьет. Потому что так сложно отследить полный ДПС. Ладно. Мне просто дон не настроен. Так, готовность, ребафните Троян Хорса и будем запускать. Да, вроде есть. Троян Хорс бьешь, если что, слева босса. Ага. Все, все готовы? Вы услышали ну, давай просто лока, пока да, мне специфическое время надо. С поварки кидай, если. Кто-то ротацию новую нашел. Кидай по бабке, и все. Он там новую ротацию нашел, и будет невменяемый. Да, Макс? Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Она, кстати, с Герой не стакается, это залупа, да? Не, не стакается, ты можешь закидывать на первого босса, и потом подождешь, с Герой закончишь, сразу закидывай в него. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, процающий Биви. Да, как на рев выйдет, чтобы было сразу на рева и по КД тоже, когда... Если будет до врезания, то на врезание лучше оставляй. Не спешите, милики, пожалуйста, врываться. Вон, влетело в милизону огонь. Аккуратно смотрите. РДшники, близко не подходите к боссу. Если СС откатились, также закастуйте СС. Притона прочите. Чингая. Мага на фул поднимите, пожалуйста. Определенно, сейчас подбегу ближе к центру. И Ренессанса поднимите. Чингая прохил. Бойчика. Опять же, напомню, ребят, если на ком-то гоблин останется после босса, просто бежите с гоблином в ворота, даже если это РТДшник. И чтобы никто не умер, сразу не сразу не спешите врываться, пока босса не заберут. В жуткую, с кислотной. Уфологу болт давать? Да, закидывай уже уфологу. Пососуны. Можешь тоже готовиться. Пятая пати Луна, четвертая звезда, третья череп. Забафали, задотали точнее жуткую. Дали Геру, Гера, Гера. И пятая мотив природы не забудьте. Версты отдаем.
Чингай, если в миликов залетает, отдаешь баба у массакру, если в миликов. В РДД летит, все, просто прохиливайте. Подошли в Уну все на разморозку. Подойди, Войд, в Уну. Женька, прохильте. Он в Ужу отлетел, аккуратно. Все, смотри, подаван, прям ведешь в огненную. Прям тупо в нее ведешь. Все побежали бить. Пока по жуткой играть. Давайте, потому что луж заспамит. Не успеем добить до лужи. Ренжу, мердезо, ренжу. Куча стоит, блядь, паком один, нахуй. Ну, не кажется, не успеем. Не успели. Трерда. Чем? Не успели. Лужа. Все, отбежали. Лужа, я проебался. Ну, ладно. Уфолога прохильте. Милики, лужа, уйдите, уйдите, милики, там лужа. Не бейте. Брызги, там сейчас плевок будет. Разбежались. Сейчас харчок еще один будет, скорее всего. Ну, никотин, кош нажми. Все. Нормально. Блин. Катя, дай БР. Хики. Я дам, да. Печка минус 1000. Это что? То, что у меня прокнула тринка, да? Заебись, нахуй. Тебя тик убил. Меня король. Второй раз Блэр его, блядь. Лужа. Пизду, я уже все. Ненавижу, блядь, это вечное пламя, ебанутая хуйня. Кровотечка пропнула, тикнула на 10к, и он меня с отца так и убил. Заебись. Все. Давай потом. Вообще похуй БР, да и все. Дай БР. Будем по щитам Альянса бить. Подавана прохильте! Алло, блядь. Подбежали все, РДшники надо бить. Бах, ты сдох. Шаве, прожми шкуру. А, все нормально. Бах и БР дайте тоже. Привет, там есть? Я босс. Просил, сейчас убьет нахуй. Я не успел. Разбежались. Так, БР уже отдали все. Ну, я скажу стоп сразу, ДПС. Мы не успеем по ДПС. Бей просто пока что. Есть еще вторая гера. Подбежали все в трусы. Сбежались. Полога бежит. Дайте вторую геру попить по хике. Не ребафните его. Закидывай сейчас поездку в Чернобыль. Трусы зашли. На хики бежит, разбежались. Там волк вот так опасно бежал. Прохили. Побежали в трусы. 7%. Мага бежит. Разбежались.
Так, ладно, я минус 2,5 себе сейчас закину, за то, что мы начали пиздеть лишнее. Так бы убили бы этого босса. Подняли бы просто хики. Кидай минус. А чего ты... С БДРом. А чего этот... ты песня сдох? Ну, я, смотри, она закопала и сразу вылезла. Глубокая рана тикнула, прокнула тринька на 10 косарей. И она сразу с вертухана мне поебала. Все. Вчера на КПТ такая же самая была. Ну, просто пиздец, я ненавижу эту тринку. А второй раз я уже сгорел и встал от огня на фулл пизду. Короче, здесь я проебался конкретно. Ну, короче, минус 1000 я тебе закину. Да. Тебе я минус 2,5, за что я проебался. Да, вчера так само, на КПТ просто вихрь кританул. Стоп, вставай, Женек. Это ну вихрь, понял, тринка прокнула на 10 тысяч, и танка обогнал по грудь. Так, давайте распределить, блядь, это же не смешно. Давайте, хилы, распределитесь, пожалуйста, блядь, по всей территории. Потому что, блядь, кто-то, блядь, убегает, блядь, этот кастер вдаль, и я не могу прохилить, он там стоит, блядь, у него не тикает, блядь, и дохнет. Я просто не поняла, я ушла бы эрить, и танка вообще никто не хилил. Ну, я понадеялся на холи приста, ой, на холи пала. Надеялся. Женя, смотри, в любой ситуации ты остаешься хилить танка, который с этой, хорошо? Я, который... да, я понял тебя, потому что он, я тогда тоже был далеко, похилил рейд. Ну понятно, ты, короче, в любом случае остаешься прохиливать танка, который хорошо. Дотанчивает. Класс, дотанчивает, который змею дотанчивает, да? Да. Хорошо. Все, давайте, запускаем готовность. Сейчас сыграемся немного, уже хотя бы разбегаться научились. А холи пол танк стоит. Спокойно. Ты здесь спокойно. Добро пожаловать, герой. Не паникуйте. Пристабаф там просят. Мы уже закинули, все, спасибо. Фласки перепейте.